Привет всем, вы на канале Beer и Game. Сегодня мы начинаем проходить новую игру. Это у нас очередная игра из серии игр о Бэтмене. Называется она Arkham... Batman Arkham Origin. Вот как-то так, летопись Архима. Вот такая у нас менюшечка. Такой вот у нас Бэтмен, судя по картинке, у нас будет как-то так выглядеть. Мы уже заходили в игру, Лёша заходил и смотрел, в общем. Сложность. Да, примерно там. Какую по поставим? Я не буду париться, лучше я поставлю полегче. Ну, поставь полегче. Субтитры, подсказки, у нас все включено, яркость нормальная, и давайте начнем уже. Проверили, да, оптимизировали. То есть, как у Атлас? 1368. Просили нас поиграть буквально у вот нас недавно. У нас было в планах эта игра, так что вы опередили нас, опередили. Да, да. Мы планировали эту игру, как что-то закончится, да. Летучие мышки. Это, то есть, самое начало еще до... Там, я читал, 11 лет до Азиума, это первая часть, которую мы играли. Это самое начало. Он еще молодой у нас, Бэтмен. Полиция и службы безопасности призывают жителей оставаться сегодня ночью дома. Поступило серьезное штормовое предупреждение. Ожидают метель. Брюс, как говорится, человек, не остров в океане. Уже 2 года. Ты ведь не умеешь, что я проверю, будто самый завидный жених Готэма вновь празднует торжество один. Твое время истекло. Знаю, что этой ночью мы покончим с одним из самых гнусных и неисправимых убийств в Готэме, Джулиан Григори Дзэм. Дэм, да. Комиссар Лоб, как вы прокомментируете слух о том, что на самом деле никакого Бэтмена не существует? Капитан Гордон! Без комментариев. Всем подразделениям, код 10 в тюрьме Блэкгейт. Связь прервана, возможно 2.11, Дельта 6.4 в пути. Диспетчер, это 5.9, код 10. Был побег? Подозреваемый опознан, это черная маска. Повторяю, код 10, черная маска. Всем подразделениям, Блэкгейт, код 6, комиссар Лоу в плену. Это, я как уже говорил, за 11 лет, да, этот сюжет. Бэтмен молодой, никто еще не верит, что он есть. Бэтмен Arkham Origins. Мне кажется, что это самая крутая часть вообще. Посмотрим. Из всех этих двух, ну посмотрим, да. Вы понимаете, что завтра торжество, сэр? Видишь, он молодой даже. Точно. Дворецкий. Дворецкий очень молодой, да. То есть он полетел останавливать черную маску, да, вот этого? Да. Угу. Наверное, полетел. Вот летит, видишь. Хопанзы. Так, ну что здесь? Похоже, черная маска прошел в тюрьму здесь. Нужно найти комиссара Лобо, пока не поздно. Новое задание. Объясните местонахождение черной маски. Доступен профиль черная маска. Там, да, посмотрим, что за мудак. Роман Сионис, босс преступного мира. Готэм. Карии, каштановые, 185 сантиметров, 8,8 килограмм. Понятно, 8,8 килограмм. Что это такое? Это что? Брюс Уэйн, генеральный директор Уэйн Индастрис. Зашибись. Ну вот, 91 килограмм. Это что? Альфред. Вот он молодой, видимо, да. Это вообще, наверное, за 20 лет, да, вообще хер знает кого. Дворецкий, год он голубые, 7,7. Это что за мудак? Это мы смотрели. А это кто? Брюс Уэйн, Мститель, Готэм, голубые, черные, 188. Эй, что такое? Это ничего не такое. Так, ВАСД идти, хорошо, пойдем. Вот мы покружимся, давай. Оп-оп-оп, все нормально, пойдем. Ну, как всегда, пробел. Пока X я нажать не могу, видимо. Вроде все то же самое, да? Все вот то же самое, да. Начальник тюрьмы Джозеф. Мафиози, надеюсь, он задержит слово. Фишка в том, что ты уже об этом не узнаешь. Извини, начальник. Черная маска велел замести следы. Пойдем. Начальник тюрьмы Джозеф. Нет, пожалуйста, нет! Да убил, не беспокойся. До того, как я это сделаю, ты лишишься не только глаз. А. Что это ж за тобой? Ладно, думаешь, я... Шо нахер? Мы молодый и сильный, козел. Вот так вот. Ломай ему граблю. Вот так вот. Отойди! Ты чё, дурак? Начальник тюрьмы, мы ж тебя спасли, гнида. Не бей меня. Пшёл нахер, урод.
Ходили слухи, но ты, тебя же не должно существовать. Вот существую. Кто тут, кто-то все раскурочил. Я не знаю, что это, но оно здесь. Черная маска? Он пришел за Лобу. Может, кто-то из его людей знает, где он? Ну и что? Поговорить с персонажем. Новое задание. Найдите комиссара Лоба. А что нам? Ну, нас, в общем-то, пустят везде, если что. Комиссар Лоб. Если не пустят, мы сами пролезем. Да, пошел он. Да иди ты нахер. Да блин, что такое? Побежали. О-о-о. Так, а что здесь у нас? Ни хрена себе, это он, Бэтмен. Я слышал, они убьют Лоуба. Он же, вот черт, что он тут делает? Нет, уж кем я хочу поквитаться, так это с Бэтменом. Это люди черной маски, надо заставить рассказать, где он находится. Давайте заставим Понятно. Их рассказать, где находится черная маска. Знаете, как мы будем это заставлять? Ох, даже зашибись. Кулаками, конечно. Класс. Так, ну как он дерется? Сейчас посмотрим, как он дерется. Не буду больше ничего. Потому что по-другому они не поймут. Так, дерется он здесь намного круче. Ну, в общем-то, похоже на самом деле на все остальные части. Ну, похоже, да. Ну, эта часть, видимо, последняя на серии. Ну, я читал, что это третья часть последняя, да? Вот, правда, здесь Origins. Он, мне кажется, чуть-чуть поменьше. Ну, как-то поотдаленнее немного, да? Да. Допросить. Где черная маска? Откуда мне знать? Я заставлю тебя говорить, а насколько больно тебе перед этим будет, решать тебе. Пошел ты. У меня мало времени. Ладно, ладно, он идет в камеру для казни с Лоубом. Молодец, а теперь спать. Жесть, как мешок с дерьмом. Проникните на место казни. Пойдем. Уровень угрозы очень низкий. Столько всего пишут здесь. Ух ты, ёпта, ну или что за дело? Он мне не местный, кто же им управляет? Беспилотник. Пойдем за ним. Чё это такое? Преступник, черт. Выпустили из камер? Кто-то нас запер. Да, здесь дерется он получше, конечно. Побыстрее сделали его. Опа, он завидел, задний удар отбил, молодец. Откуда-то мыши все летают, вылетают. Всё, козёл, из плаща у него, что ли? Вот как надо драться с козлами, надо на них просто набегать и все. Я смогу пройти дальше, только если использую крюк, надо торопиться. Подсказывает нам. Да зашибись, да, хорошо. Посмотрим, насколько его подсказки будут нам полезны в дальнейшей игре, потому что мы очень... Ругаемся мы в плане Пожалуйста, игр. Я не могу так больше. Вообще очень привередливые, скажем. Берешь на лапу в черной маске? О, мудак, смотри. Как его там звали? Крок или как? Да, это? Молодой Крок. Но он же сдвихнулся. Еще вот. Маленький. Ну, читать будешь, Кать? Будешь читать? Маленький, да. На нем бронежилет. Нужно оглушить врага плащом, тогда я смогу атаковать. Все, мы уже оглушили, мы это помним, да. Не бей меня, пожалуйста. Живой мудак, ну и пошел вон. Мне кажется, здесь Бэтмен позлее. Выпусти меня, ну, хоть знаете, кто я. Выбрать битаранг. Вики Вейл ведет прямой репортаж из койки. Нацелить битаранг. Еще что ли? Ты помнишь, что делать. Прощайтесь, жизнь! Надо бежать! Нет, будем сосунки. Обороняться! Так, ну да. Это он, мы тут в безопасности? Да, он в безопасности. Откуда мне знать-то? А если он нас переключится, надо подготовиться. Расслабься, я слышал, что он расправляется только с преступниками. Да. С каких пор веришь тому, что говорят? Кианахи! Прошу вас, мы тут ни при чем. Что там за досье? А, журналистка. Уйди, уйди. Что у нас здесь еще есть? Вот эту кнопочку нажать. Пойдем. Ну? Кто он такой? В этом месте пол непрочный, я могу сделать дыру с помощью взрывчатого геля. Вот здесь, смотрите, он подсказывает нафиг. Так, и у нас режим X даже остался, да? Да здесь все как. Куда без него?
Опанзе нахрен. А вот и я, молодой Бэтмен. У меня все молодое. Что это такое? Говорят, копы мало зарабатывают, но стоит проверить карманы честного комиссара полиции, да. Потому что он забит моими деньгами, потому что... И что я с этого имею? Моих людей швыряют в кутузку. Нет, хватит, довольно, сегодня мы изменим правила игры. Охренеть, какой он огромный. Огромный. Двухметровый такой. Сильно изменим. Можешь прощаться с жизнью, Лоу. Ну да, так же все абсолютно. Те вроде бы большие, эти огромные мужики там бегают. И, а этот еще больше, ну, всех. Крок. Крок, да, самый огромный вообще. Считать будем или что-то? Нас выпустит, мы ему должны. Давайте уберем охранников, чтобы он мог сбежать. И тут мы неожиданно. Да. А это вот эта черная маска была, да, в белом, да, пиджаке? Ага. Сейчас мы их... Что ты там делаешь, мудак? Трубу отрываешь. Тех, кого мы обычно в конце гасим, мы почему-то всегда видим в начале игры. Да. Так же было с пингвином, помните, да? Мы... Да, и так мы идем за ним и идем. Ну все, все, жесть, как он быстро дерется, охренеть. Мимо меня не пройти, мимо не пройти, не удастся. Че надо? Ты кто? Че надо? Че-то кулаки стоит, жмет. Что что-то это за дерьмо? Детективное зрение. А, ну вот сюда нам. Ой, подожди, я же два нажал. Подожди, извиняюсь. У нас уже здесь все есть. Mm-hmm. Отлично. Бэткомы, давай, опа. Сейчас мы до тебя доберемся, гнида. Отлично, похоже, я его спугнул. Да, сейчас, сейчас спугнем. Так. Мы сейчас прям к тебе в камеру. Ага. Ждал ты нас или не ждал? Waiting for tonight! Ну, мы к тебе. Мафиози. Доступен новый трофей, персонаж мафиози. Так, подтормаживает у нас, конечно, игра. Ага, понятно. Броси несколько битарангов друг за другом с помощью быстрого броска. А, все? Угу. Что здесь такое? Скелеторчик какой-то. Какой-то рентген, кабинет. Так, что здесь? Уж это надо? Нет. У меня с рентгенами сразу игра Doorways ассоциируется, потому что у нас там тоже была такая тема. Бэткоготь. Ну, игра, правда, страшная была. Да. Драться там нельзя было. Там у нас одна нечисть была. Нечисть, мыться ей надо. И все же мне хочется дернуть рубильник, но сейчас канун Рождества, а ведь календарник. А он ведь календарник. Шикарное совпадение, так же не бывает. Да, идем, идем. Ну мы его по-любому. Ты надо... будешь мне должен, Джулиан. В должниках ты можешь быть очень полезен. Я не понимаю, в чем дело, Сионис. Разве я тебя когда-нибудь подводил? Да ты меня не подводил, Джулиан, но много изменилось. Мы начинаем все с чистого листа и без тебя. О чем ты говоришь? Что значит без меня? После всего, что я сделал, предатель коповский. Ты не можешь так поступить. Я, черт возьми, комиссар полиции. Газовая камера. Представление окончено. Уходим. С такого удара капец будет. Сейчас побежит, что ли? А, у нас здесь стеклышко. Пробел. Чего? Календарник. Доступен персонаж. W. Что такое календарник? Все, сдох. Я опоздал, комиссар Лоу мёртв. Черная маска за много должна ответить. Чего вы бежите, мудаки, что ли? Ух ты, череп жбан. Ну, в общем, здесь так. В плане драк, я думаю, Лёша справится. Да. Вроде бы у него неплохо получается. Так, нам нужна маска. Ой, не маска, а этот мудак. Мне кажется, игра здесь жестче, чем вот все остальные части. Ну да, там, но что-то здесь как-то очень серьезно, все, он очень серьезный. И он как-то злее, мне кажется, может быть. Действительно, он, то, что он моложе, ох, и он какой-то более злой. Да. Чем моложе, тем злее. Че нам нахер делать? X.
Это что за херня? Это баллончик. Вот это что? Понятно, дверь открылась. Идем в коридор. Идем в коридор. Пойдем. Опа, да что это? Херня? Пошли туда. И там труба, да? Попробуй подойди вплотную к двери. Иногда мы не доходим до них, они не открываются. К другой, который напротив. Сейчас я знаю. Там X. Ой, этот X там... Как его? Забыл. Ток нахрен. А сейчас его нету, смотри. Ха-ха! Был, нету. Я же велел тебе взять карту памяти. Ты хотел ее грохнуть, я грохнул ее. Что там такое? Надеюсь, что так. В противном случае мне придется грохнуть тебя. Карта памяти у нас, зашибись. Да, хорошо. Кого он грохнул? Офигу, значит посмотрим кого. Карта памяти повреждена, но у меня получится восстановить большинство данных в центре Бэтмена. В пещере, да, Бэтмена. А, да. В общем, вот эта штуковина, которая летала, да, вот эта вот, сама по себе. Вот они ее и грохнули, вот этот крок. Крок, да? Ой! Что такое было? Почему? Почему я упал? А можно сразу наверх, да? Так, дальше что? Зачем нам мелочиться? А, вот лестница. Лестница, лестница. Сейчас доберемся. Подожди, не туда, Бэтмен. Так, здесь он слушается, все нормально. Вообще не то, что, блин, в предпоследней части. Кобзец. Ну и ладно, мы еще по... Опа, заставка, заставка! Улетают. Улетаю, О, мудозвон. Молодой, ах ты крыса молодая, зубы еще есть. Шел вон, командует, командует. Лети. А? Похоже. Учуял запах твой, а я узнал твою вонь. А, козя. Драка что ли будет? Ёб твою налево, драка? Молодые селезни, а? Что им так смешно-то? А? О! Я сразу вспоминаю какую-то эту сеговскую игру. Ой, зашибись! Или это черепашки-ниндзя, что ли, были? Там, короче, тоже какой-то крокодил такой был. Ну, они где-то там в этом... Ну, помните, Сега или Дэнди, я не знаю, что такое. В общем, деремся с кроком. И вот они всегда тоже какого-то крокодильчика выпускали, босса самого первого. Так, что происходит? Жесть-то. Деремся. Что происходит? Да, уже надо сегодня драться. Я иду. Вот эти мудаки мешают. Иди ты нахер, хер. У него какие-то звездочки на голове были. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Уж сильный ты, товарищ, а? Где ты, мудак? А, у него жизни да, отнимаются. Да, отнимается. Пробел сбежать. Рожа твоя проклятая, глаза выкалывай ему нахер. Он же сожрет нас, блин, не надо, чтобы он Бэтмен. Да выкалывай ты глаза ему нахрен, Бэтмэнч. Засунь ему в рот яблоко. Пусть грызет. Пора сделать что-то там такое нехорошее. Блин. Ага, вот мы его взрываем, представляешь? Да? Да. Mm-hmm. Блин, нам сейчас труба будет. Где мудак? Все, труба нам. Ай-яй-яй-яй! Чтобы наносить урон, используется добивание. Все, нам труба. Да иди ты нахер с хером своим! Блин, что-то камера движется. Вот это дерьмо прилипло, сраное, блин. Убедить крока. Ай! Чё ты айкаешь, урод? Надо его сразу мочить. Так, сейчас он ничего не чувствует. Ну пускай, бумеранг, Бэтмен, пускай!
Есть. Вот эти мудаки мешаются очень. Иди ты нахер. Камера как-то здесь дерьмово, конечно. Хоть бы по своему разовщику попал его. Сейчас мы его загасим побыстрее. Так. Пробел сбежать. Давай, давай, выкалывай, выкалывай, ему зубы вырви нахер. Вот рожа твоя уродливая. Что он сделал? Нафиг. Закрыл попу. Челюсть его. Он эти бочки берет, а мы сейчас. Он сейчас быстро сдохнет, козел потный. Ой, да тебе всё. Чуть-чуть вообще осталось. Все. Блин, опять урод докопался. Жуткий он, если честно. Да, уж не то слово. Жуткий кусок. Челюсти у него, конечно, блин, как у акулы, наверное. Еще одну схватит. Сейчас он сдохнет. Все. Вот так. Куда направляется твой босс? Кто? Я сам себе босс. Тебе нужны зубы, а мне ответы. А его вода, вода его стихия. Ничего, скоро убийцы черной маски до тебя доберутся. Что за убийцы? Черная маска дал нам одну ночь на то, чтобы убить Бетса, который сумеет быть знаменит и богат. Тот, кто сумеет, но мы не знаем, кто он не будет. Блин, не могу читать вообще жесть. Стоять нахер, замри, стой на месте. Ты пойдешь со мной, ага, хер вам, козлы. Не сегодня. А вот этот молодой дедок, помнишь, А-а-а. Который был старенький? Помню, помню. В первой части, по-моему, в самой. Блин, а чё они на Бэтмена? Это ж полиция, он вам помогает, а вы... Ну да. Но они не понимают, что он им помогает. Значит, Бэтмен это расказни, да? Тебе ты веришь, гнида? Прилетели. Будем изучать данные. На сегодня закончил, сэр. Мне разогреть ваш рождественский рунет? Нет. Этой ночью Альфред мне не до отдыха. Все. Я столкнулся с человекоподобным крокодилом, который знал, что черная маска подослала ко мне убийц. Все, здесь мы закончим нашу серию первую. Так что подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, посмотрите.